есть у меня лампочка только-только зажглась. Старт. Герман, никуда не езжай. Ты будешь засисяться? Главное, свой телефон разверни. Ну что? Все меня скучают. Доктора, держите. Да, Виктор, это важно. Закись азота дайте мне! Герц! Да хотя бы что-нибудь, блин, пинок под зад пойдет. Я вот это намеревался. Тебе повезло, что... Ух, нифига себе, у вас там что-то слишком плохо для моего комфорта, ребят. А нет, таки на первой. Ну, не знаю, у меня вторая вытянута. Ну, у тебя по-другому коробка ваша настроена. Да. У меня, ну, то есть, на 205. Без замены. Ну, 216. 223. What? 240, 250. Что-то скольше. Я пробовал на один клик еще меньше, но она упирается в лимитатор напрямую. Так, так наоборот, ее надо раскручивать напрямую в лимитаторе, чтобы она была. Я и говорю, я сделал так, чтобы у меня чуть-чуть под слепким было безопасно. Я включил четвертого вместо второй. Лёх, уезжай, не нравится. Не нравится, что твою мать. Ну я еду как могу. Да занесло меня перед этим. Нет. Вот решай сам. У меня все честно. Да, честно, честно. Воу. Коля, что это было? Я немножко решил попрыгать. Воу! Серега, ты куда? Ты тоже видел эту керу? Была торпеда имени Сереги. Я чисто вижу, в кусты улетает тело. The fuck? Я даже не обратил внимания на Колю. Чисто вижу, он улетит вперед. What the fuck? Серега, ты жив? Серега? Серега. Скорую. Ну, судя по тому, как он улетел в кусты, да, там скорая минимум нужна. Если лучше сразу реанимацию. По-моему, вообще интернет обрубило. Тупо не отпуская газа, по-моему, туда ушел. Мне кажется, его просто заглючило. Ну да. Я в зеркале увидел, что-то такое белое летит в мою сторону. Я чуть-чуть газ. Я сейчас смотрю, собьет в бок или нет. Коля покорёженный, да? Он мне, грубо говоря, всю заднюю часть машины стоит. Ну там такой удар был, что я вообще... Сидел, что вообще не хотел. Ну, подвеска не повреждена. Ой-ой-ой. Я думал, бок о бок поедем. А, нет. Я даже не знал, что это вообще... Cut the track? Вот. Что? Блять, как? Да, тут же она кривая. Да. Даже на выходе вот той второй шпильки можно вот чуть-чуть, поставив машину боком, получить cut the track. Ладно, оставаясь на трассе. Типа за отмазку пойдет, ладно. Да. Раллийный способ прохождения поворотов. А тихо. Ну, Лёх, ты без этого никак, да? Конечно. Дима, а ты полёт под Серёгой заснял?
Ну так, чуть-чуть оттянул. У меня от первого лица просто шикарно видно. О боже. Это было просто... О! Кудряшов-то четвертый. Внезапно. Чё? Кудряшов четвертый. Я вижу, когда ты включаешь четвертую передачу, Герман. Не, я просто так задумался, что забыл вообще ее включить, только сейчас вспомнил. Рано торможу? Да. Чуть-чуть медленновато ты там проходишь. Ну я тормозам своим не доверяю, сори. Мне нравится, как тут чинят. Блин, меня просто пропёрло. Я опять вспомнил, как Серёга улетел. Сори. Я не удержался. Человек сидит там, плачет, а ты... Блин, ну это было так шикарно. Даже специально не поставил, что как это выглядело. Реально выглядело просто белая торпеда мимо пролетела. И так чисто в кусты, идеально из кадра так. А Коле не смешно, да? Да, мне не смешно. Я вот сейчас еду и плачу. Sorry. А ты починись, сразу веселее станет. Да ну можно, как-то не хочется. Лёха, твой шанс. Ты опять четвертую забыл включить? Наоборот. Два раза включил? Да. Плюс на минус дает минус. Погоди, вот вы, ты на этой прямой где тормозишь? На 50. На 50? Да. Фига себе. Я там чуть после сотки торможу. После третьей стрелочки там тормозит. Да, я их еще буду считать с конца. Хорошо, хорошо еще, что мы по теням не ориентируемся, как в БЛЭ не было. В ГТ. Да и в ЛА не было. Ну вот на Нюрбургринге было, когда поставили туман и все такие, ой, ты чё, мы на другой погоде тренировались. Мы по теням тормозили. Да. Мне больше понравилось, как в Казахстане кто-то ушатал эту табличку. И короче, следом машин 7 вылетело в этом повороте. Меня еще не было, и ты... Да, табличку надо там делать фиксированную. А лучше железную. Да. Чтобы если влетел, то все. Или, а еще лучше в виде трамплинчика такого. Чтобы правом трамплинчика. Опси, Дейзи. Меня засосало прессир. Ты в скорую? Сразу? Ну да, там как раз скорая рядом. Бип-бип. Сереги вызываешь? Я это уже проходил, потому я поеду чиниться. А у тебя подвеска повреждена? Нет, но крыло заднее красное. Я просто знаю, я в прошлом сезоне у меня то же самое было. Потеря на скорости вот, слишком большая. Тут чинят очень быстро. Лёха, это ты сзади, что ли? Да. Что с тобой? Может, уж добиться? Я ж там раскурочился. Засмотрелся на Серёгу? Типа того. А где? Ну, а где ограничитель? А, тут типа не работает этот хрень. О, второе-третье место на пидстопе. Что-то ему зад чуть не уехал. Оно тут прозрачное, пофиг. А пистол, прозрачный, да?
Кудряшов-то второй. Так-то, ну, для информации. Не пугай так. Я наконец-то вышел из сарабина. Точно второй? Да, я его сейчас как раз унес в власти. Ну а чё, человек едет тихо, спокойно, без крэша. В принципе, да. Чё я и говорил, тот, который будет спокойно ехать, тот и... Извини. Ничего, нормально. Всё пошло с дома. Господи, и второй Лёха сзади. Да, сейчас, сейчас у нас уши. Сейчас тебе желание придется загадать. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Короче, мне топлива должно хватить впритык. Я чуть-чуть не залил. Опять за топливо взялся. Опять 400. Лёха, ты что, спал? Я слишком сильный избыток поймал. Так, 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 тут где-то момент, вот. Вот это слишком сильный избыток, я понял. Опять я виноват? Нет. Летим, 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 летим. Вот там после поворота направо есть классный участок. Езжай там. Как-то неинтересно. О, борьба. На, приезжай. О, ну, о, как все просто. Спасибо. Да, а ты как друг. Ну, видно, у тебя максималка встроена. Лучше. Ух, лишь бы он сейчас мне не въехал в заднюю часть. Я просто сейчас буду молиться. Пронесло, пронесло. Ух, это было очень близко. Да не, я думал, он в здравом уме постарается удержать свою третью позицию. Лёх, пойдем чинить. Поехали. Там, там здорово. Я застрял, правда. Кто застрял? Да отпусти меня, трясина. Вот это так уехало. Да, Лёха, не твоя трасса, Мишелюк. Ну, я же говорю. Вообще не Лёхина, я бы даже сказал. Анти-Лёха трасса, да? Точно. Анти-Лёха. Надо финал туринга поставить обязательно себе. Чтоб точно никаких шансов не было. Что все решалось в столбах? Кто намотается последним, кто-то победил, да? Ага. Догонишь? Thank you.
Сколько кругов осталось? Есть. Семь. Осталось, да, семь. Все, Серега ушел, борьбы ноль. Мне это Блэк тут напомнило. Серега ушел в лидеры, борьбы не стало? Нет, я к тому, что в Блэквуде я был второй, сейчас потом первый. Сейчас вот походу то же самое. И просто тупо повезло, что все сильные соперники раскирачились каким-то колес прозрачный. Обманули. Женя. Сколько мне до Жени секунд, а? 5,3. О боже, это кто? Да-да-да, аккуратней там. Там это где? Да что такое, пудрячок все сломался. Нормально. Ну. Бай, дурак! Треть. Леха, это ты что ли там едешь? Где? Где там? А, ну ты сейчас где? Подъезжаешь к, к концу задней прямой? Да, к концу. Значит, это ты. Что-то у меня вообще тут таймик сбился. Второй таймик. Ритмашка. А ты шестой, да? Я, да, шестой. Ну я вроде Валеро вижу впереди. Или недолго шестой будет. Надеюсь. О, ну, привет, какая-то. Здрасте. У меня полный газ. Газ впал. Жесть. Как что так идет? Я не хочу снова ехать. Рез? Я сейчас за Кудряшовым нырнул в слепстрим. Вынырнул. Так, мало, опять нырнул. Правильно, так и надо.